Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель. Господи, что у меня сейчас было с голосом, что у меня сейчас было с текстурами. И сегодня со мной Гошанус. Сегодня мы попробуем все-таки выиграть всем эту игру. Да, это он. Короче, знаете, золото, иди застраивай кровать по стандарту, так сказать, поначалу. Давай, и знаешь, давай. Что я могу тебе сказать сразу? Это очень хорошая тактика для нашей сегодня с тобой... Ой, господи, сегодня это очень хорошая... это очень хорошая карта, говорю, для нашей с тобой тактики. А я думаю, что ты вообще уже свихнулся. Здесь очень много железа спавнится. Вот у меня уже стак, чтобы ты понимал. Поэтому я сейчас знаю, что хочу первым делом. Я купил себе меч. Ты пока пойдешь застраивать кровать, я хочу накопить на голема. Где тут кровать у нас? Вон там, вон слева. Да. В общем-то, ребята, суть сегодняшней тактики достаточно проста, достаточно банальна. Мы сегодня целую игру должны будем провести на базе. Окей. То есть, как бы мы можем с ней выходить, но мы не должны там заходить на центр и так далее. Вот такая вот необычная тактика. Что вы думаете, Владимир? Я думаю то, что к нам идут бирюзовые, они офигели. Сейчас, короче, сейчас все порешаем. Сейчас мы их отрихтуем. Сейчас я четвертый слиток золота. Так. Ты стой лучше там, ты их контролируй. Да, мне как не бы. Нравится это, мне очень, я прям пере... А, он упал, он дебил. А, ну он все, отлично. Так, все, я достраиваю кроватку, отлично. Здесь, на самом деле, не очень хорошая карта. Именно в плане сделана по островам. Нужно бы как-то на алмазы строиться, и я бы рекомендовал тебе этим заниматься. Он бежит, перехватывай его, у меня просто железа куча. Я строюсь на алмазе, чувак. Давай, я пока выложил, короче, себе этот. А я сейчас сделал, наверное, сверху небольшую антидинамитную систему. Железо только не трать, пожалуйста. Я его выложил для того, чтобы инвестировать его в голема. Постараюсь. Да, в смысле, постараюсь. Просто не трать, да и все, что-то стараться-то. Короче, у нас уже практически все есть. У нас с тобой уже 64-42. Короче, чуть-чуть, и у нас будет уже голем. Я прям его прямо сейчас, наверное, куплю сразу же. Зеленых уже вынесли, кстати. Ох, чуть не упал. Он лезет, чувак, да, он уже рядом. Давай, возвращайся быстрее, я сейчас четыре, быстро... Я четверочку подобрал алмазика, он уже под базой, дружище, может перепрыгнуть, давай. Да я ему сейчас перепрыгну, пошел. Нет, не перепрыгнул, иди. Все, я улучшаю мечи. Давай, у меня этот есть голем, так что у него нет аргумента против голема. Все, у меня еще и мечи теперь крутые вместе с тобой, так, пошел вон, ему сейчас еще так вот блок сломаю. Давай. Он наглеет очень сильно, слушай, но он просто не понимает, что у меня как бы голем есть. Слушай, я сейчас забайчу его, от третьего лица он уходит. У него кровать открыта, слушай, может пойдем его пушанем просто, да и все. Пойдем. Сейчас подожди. Сейчас я быстренько себе блоков куплю. Так, блоки. У него кровать вообще не застроена, поэтому, наверное, погнали. Подожди, я просто немного тут это... Давай, побежали. Давай, беги. Давай, чуть вперед уйди, потому бегу, что бегу, ты у меня прям бегу. В этом... Давай, он прям здесь. Давай, бей его! Ой, ну, да, чувак, лагает, ты... Ай! Давай, иди со своими лагами, знаешь, отойди! Залазь! Проходим, все! Все, кровать наша, угомонись! Все, я сломал кровать. Давай вот теперь... Я не знаю. Ой, тут еще ресов куча у него очень много ресурсов. Стой, он побежал к нам! Нет, зараза, стой! Стой! А у нас, у нас застроено хорошо, он ничего не сделает. У него же нету топора, да? Да он тряпка, он никто в этой жизни, как бы, он пыль. Так, я его убиваю, меня с ним... Помоги! Фух, хорош, мужчина. Спокойно, ты очень активный, дружище. Так, а какой я должен быть, я не могу понять. Так, слушай, я сейчас броню себе куплю, подожди. Нам синий строится. Я услышал, я понял. Так, о, где он, где синий? Смотри, берешь как бы вот так вот. А, я промазал! Ну ты дурак, чувак. Я кинул в него фаерболом и просто промазал. Так, сейчас я на броню. Дурачок. Так, подожди, вот сейчас я попал, я его скинул. Отлично. Генератор или броня? Ой, фаербол. Генератор или броня? Давай лучше генератор, железо, чтобы еще было больше, и мы с тобой еще больше големов закупали. Короче, покупай себе тоже броню. Я скинул тебе 3 золота, как бы в сундук, как бы копи. Хорошо, сейчас. Копи, инвестируй там, тыры-пыры. Сейчас все будет. Так, я еще купил себе этот, как его, фаербол, на всякий, так сказать, случай. И я не знаю, так, на самом деле, может быстренько как-то с тобой попробовать к синим прорваться. Самое главное, наша цель от дефа играть. То есть кучу големов сейчас надо будет потом еще поставить. То есть наша цель тупо дефаться сейчас. Я сейчас к базу на зеленом сгоняю, у них ресурсов чуть-чуть отожму. У них кровати-то уже нету. Давай, я побегу на алмазике. Ой, слушай, ты бы не оставлял на самом деле базу без присмотра. Я просто ушел в надежде, что ты там... Кто нам ее поломает? Ну, там с другой стороны могут прийти люди, мало ли. Нет, я ж здесь алмазы полностью смотрят на соседнюю базу. Окей. Короче, я сейчас смотри, что делаю. Я сейчас попробую прорваться к этим, к молодым людям с синим цветом. Знаешь, в чем плюс этой карты? Ну-ка. Знаешь, в чем плюс? Здесь постоянно, то есть, люди не знают, где алмазы, они просто туда не строятся. Окей. Короче, тут на меня бежит синий, я его сейчас как бы, скину отсюда. Подожди, я его как бы не скинул, я как бы тварь. Ты желтый? Я желтый, да, я привет, я желтого цвета. Так, понял, слушай, все, он строится, посмотри выше или нет?
А, он фаерболом меня пытается кидать. Еще один фаербол. Капец, ты бы это видел, он меня фаерболами метает, а я, короче, под себя блоки ставлю, и мне ок. Я видел, дружище. Он один, что ли? Подожди, синих двое, синих двое, слушай. Ну, я сейчас попробую, короче, голема на него скинуть и Я пойду сейчас, короче, у нас там стаков парочку есть железа, я побегу сейчас быстро за алмазиком, еще генератор улучшу. Давай, я тут голема поставил, сейчас буду ломать ему броню кровать. Броню или генератор, дружище? Броню, все, я сломал ему кровать. Понял. Быстро? Да. Я сейчас его убью еще, судя по всему. Так, пошел вон отсюда. А, тихо. Меня скинули. Окей, но я его убил. Я убил одного и сломал кровать. Так что окей. Я сейчас тебе дам золото, я там в эндер-сундук себе накинал. А, он тоже сдох. Короче, сейчас тебе... А, ты уже купил. Броню я купил. А, окей, у меня просто тут, короче, чтобы ты понимал, в эндер-сундуке 26 золота. У нас бежит белый с ТНТ. Я здесь. Я тут. Скинул. Хорош, мужчина. Ой, я упал только, ну ладно. А у меня кирки багнулись, короче. А, так, окей. А, подожди, у меня очень жесткий баг сейчас в инвентаре происходит. Что такое? У меня, короче, кирки... Кровать застраивает, ты чё? Я покупал, ты чё? Зачем покупать? Здесь же все, ну... Ну там не хватает. Где кто бежит? А, он ушел. Шопа показывал мне, ну я сейчас шопа свой деревянный меч, блин, с занозами вставлю. Иди так, сюда. Я, короче, подзастроил все. Сейчас попробую еще раз к зеленым сбегать. Он, пока. Он запатил меня, идет, он к нам идет. Ну, перехватываю. Чё, ну, чувак? Где он? Все нормально, бежит, я здесь. Он, наши... Да все окей, пошел он вон. Кто он такой, чтобы тут свои правила диктовать? Кинул? Да пускай стоит. О, нет, алмазы, не смей алмазы, мои алмазы. Я его сейчас убью, стой на базе. Я его сейчас порешаю. Так, алмазы я... понятно. Я его скинул. Все. И алмазы ты забрал. Блин, белых надо ломать идти. Осталось кровати только у белых и у нас. Но как бы я... Наша самая главная цель, мы с тобой на центре не были. То есть ачивку, так сказать, мы с тобой выполняем. Все нормально? Да, все отлично, наверное. Все душевненько. Я на центре не был просто. Самое главное, чтобы ты там не был. Так, я улучшаю генератор и улучшаю нам... А, нет, не улучшаю, ну ладно. Что там такое? Я предлагаю сейчас, знаешь, что сделать? Кучу големов наспавнить на базе, прям миллион големов. Это все круто, но мне нужно купить бы... А я меч куплю себе новый, мне все равно. У меня меч тоже уже железный, хороший. Я сейчас, наверное, себе еще лук куплю и еще, наверное, големы. Как бы люблю големов, на самом деле. Они такие мужественные. Смотри, ну, значит, я там поскидывал все, что у меня было. Пойду еще сбегаю, чтобы нам броню улучшить за одним этим... Как его? Алмазиком. Я понял. Так, хорошо, я покупаю сейчас еще одного големчика. О, белый пришел! Пошел вон отсюда! Вроде все нормально, чувак. Я его вроде сейчас убью. Я его убил? Я его убил. Я голема поставил, и он его убил. Короче, кровать полностью открыта. Ужас, полнейший ужас. Давай еще сильнее застраивай. Слушай, голем, очень вовремя я его купил. Очень вовремя инвестировал в голема. Дружище, нам нужно застроить бы этими эндерняком. Эндерняком, ну давай застраивай эндерняком. Я купил эндерняк, короче. Все, сейчас все будет окей, сейчас все будет чики-брики, так сказать. Сейчас я сверху еще досками, вот так вот, смотри, вот так вот досочками. Антидинамитная система из досок, это новый уровень антидинамитной системы. Ну иди, я пока к зеленому разбегу. Он бежит. Белый, вижу. Так. Он с топором, тварь. Все, он сдох. Сейчас хорошо, раз он с топором, мы еще сейчас сюда немножечко кирок добавим. Пускай сейчас устанет бегать, чувак. Все сейчас будет окей. Ой, как у меня сердечко бьется. У меня аж насморк пробился. Так, сверху ты не застроил вообще, дружище. Да у меня закончились ресы. Короче. Сколько тебе надо? Чего, железо тебе надо? Мне нужно железо. Дострой, пожалуйста, сам. Я сейчас попробую пойти им кровать сломать, на самом деле. Блин, ты меня бы не оставлял, дружище. В плане, в смысле? Ну, мне в плане то, что я боюсь оставлять. Да не бойся, так сказать, не ссы, все будет хорошо. Короче, ну пойдем сейчас со мной, если что, как да бы. Да нет, я эндерняк пока закупил, сейчас буду. Мы остались просто с ними вдвоем. Бежит. Я вижу. Ах ты зараза! А я его тоже фаерболом кинул. Что ты хочешь отсюда, гадость такая? Я его убил. Туши. Слушай, застраивай, короче, у меня пока есть дырка во времени, я быстро бегу, чувак. Надеюсь, что ты справишься. Я в тебя верю. Ты мужчина, как бы я в тебя верю. Я тоже в это надеюсь, дружище. Я очень в это надеюсь. Просто пытайся купить голема. Если хватает, покупай голема. Просто сразу, не думай. Откуда у меня на голема вообще ничего? Нет. Посмотри, там может в сундуках что-то валяется. Что такое? Это ужасно. У меня вообще нету типа ресурсов, чтобы застраивать.
Ну нет, ладно, есть, сейчас я буду стараться. Так, слушай, сейчас я сейчас перехватываю стараться. белого, кидаю у него фаерболом, промазал, нет, не промазал, убил его, бегу к нему на базу, ломать ему кровать, как тебе такое? Все, давай, ну держись, дружище, я надеюсь на тебя, вся надежда только на тебя, я давай. Сам на себя надеюсь очень сильно, так, давай, нет, сразу, в спину меня начал бить, я сейчас его убью, должен его убил его, короче, сейчас кровать сломаю, всё, сломал кровать, давай. Все, я мужчина. Фух, отлично, молодец, дружище, ты просто мужчина, поступил как настоящий мужчина. Я его еще добью, короче, и вообще все будет замечательно. Так, стоять, зараза! Стой, гад! Так, у него 0 хп. Чего? Да ты кто такой вообще? Он убегает на алмазы. Сейчас я его догоню. Догоняю, дружище. Добил его. Все, есть. Final kill. Все. Хорош, дружище. Молодец, просто, я не знаю. Что, сердечко бьется, да, сердечко бьется. Пойду, наверное, сразу за вторым. Так сказать, мне все равно. Убьет. Ничего страшного. Так, фаербол отбиваю. Ого! Что сейчас было? Тихо. Есть! Чувак, я просто. Ты бы не видел, что сейчас было. У нас от них кровать, дружище. Нужно держаться. Ты бы видел, что сейчас было, мужик. Короче, он кидает меня фаерболом, я его отбиваю, как-то на нем подскакиваю, перелетаю через бездну, прыгаю прямо на него и убиваю его. Это круто, конечно, но нужно держаться, дружище, ты слышишь? Я бегу. Держаться. Если мы выиграем, это будет просто, ребята. Вообще, за такие старания нужно поставить лайк, потому что мы тут как бы потеем, мы тут все мокрые, как бы потные. Просто, дружище, ты беги, потому что чтобы я на алмаз сбегал. Я бегу на базу, сейчас, подожди, я возвращаюсь. Ребята, помните, что мы ни разу не были на центре, как бы вроде как, даже не вроде как, мы тащим, мы как бы мужчины. Слушай, я тут был, короче, сейчас я бегаю по базам, собираю все, что у них было, чтобы ты понимал, у меня 50 золота. Круто, дружище. У нас там еще 20 на базе. Я закупил себе 2 золотых яблока. Подожди, там кто-то... Я бегу со стороны белой базы, если что. Со стороны белых? Ну, вроде как... Ну, лучше перестрахуйся. Мне показалось, что кто-то у бирюзовых на базе, мне показалось. Ну, я у бирюзовых сейчас. Прямо сейчас, в эту секунду. Прямо сейчас у бирюзовых. Вот я сейчас бегу на нашу базу. Вот он я. Встречай меня. Можно не хлопать. Дружище, у меня прямо сердечко что-то ёкает. Короче, нужно смотри. О, мужик, ты бы видел, что у меня в эндер-сундуке. Короче, я сейчас покупаю големов, покупаю себе лук. Тебе тоже лук купить 2 уровня? Не знаю, как хочешь. Короче, я покупаю нам сейчас с тобой луки, покупаю... Иди сюда. Так сказать, раздача ресов на спавне. Я бегу. Так, я смотри. Я за алмазиками просто. Окей, давай, я тебя жду сейчас. Так, держи тебе лук, держи тебе, так, стак стрел, ровно половину моих стрел, и у меня еще есть 9 алмазиков, которые я могу инвестировать вот так вот, например. Ага, алмазиков? Ой, ага, все, отлично. А у меня еще есть, у тебя есть один? У меня нету больше, я все потратил. А, жаль. Ну, у нас 5 еще алмазов, сейчас я сбегаю, и все будет вообще. Короче, я тебе рекомендую тоже сейчас инструменты сразу в алмазные перелить, потому что уже сейчас финиш игры идет, и нужно. А зачем нам ломать некого? А, нет, на всякий случай, мало ли они что-то поставят, чтобы быстро можно было что-то сломать. И еще яблок себе накупи. У меня 5 яблок, например, чтобы ты просто понимал. Кровати у них нет, я не знаю, нужно их как-то пушить. У меня тут 5 алмазов лежит в сундуке, чтобы ты знал. Ага, круто. Ну, я не знаю, они, мне кажется, в алмазке уже. Ну, кто его знает, но мы не можем просто с центра брать изумруды, как бы в этом суть челленджа. То есть, как бы с людей мы можем брать, то есть, если что, с людей мы можем. Я меч куда-то выкинул свой. Че? А вот он, я его не заметил, я дурачок. Так, все хорошо. Так, я купил еще спавнить изумруды, я выбрал случайно. О, так нет, наоборот, мы можем брать на базе, мы не можем с центра их брать, в этом суть. К нам бегут! Где? Сколько их? Двое. Они хорошо одеты? Не знаю. Пошли вон! Я кинул в них фаербол! Одного! Так, тихо, аккуратно! Големы, в бой! 3 штуки! Вижу их! О, меня тоже подкидывают! Это их големы! Так, я убиваю их! Убиваю его! Одного ты скинул! Хорош, там кровать сломали! Аккуратно, чувак! Аккуратно! Отходи назад! Яблоко! Точно, спасибо, что напомнил. Так, он в этом, в кровати сидит. Так. Вижу его! Стреляй по нему с лука! Аккуратно! На дистанцию работаем! Сломай блок! Нечем у меня! Я говорил, купи, говорил же. Ломай. Так, закидывай его. С дистанции. Давай, короче, говорил тебе, купи тебе. Так, его убиваю. Есть, все. Фух, чувак, говорил, купи, видишь, нужно слушать дядю Даню. Фух, ребят, за это нужно точно поставить лайк. Мы вытащили, ни разу не побывав на центре, ребята, поэтому обязательно прямо сейчас ставьте лайки. И в конце ролика, по традиции, быстренько вам напоминаю, что до конца декабря ролики на канале Pixel, то есть на этом канале, выходят 2 раза в день. Первый в 11:30, а второй в 17:00 по московскому времени. Поэтому обязательно подписывайтесь, ребята, и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. На этом все. Всем, ребята, большое спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.